теперь вечно с этим дробовиком будешь жить на изготовке? О, ты не понимаешь, он получил нормальный дробовик, он теперь с ним вот как породнился, а не одна душа. Так, ну что там? Я нашел еду, и я слышал выстрел, как будто граната. Далеко, где-то. Далеко? В какой стороне далеко? Хуй знает, я в доме был в этот момент. Блять, плохо. Так это этот, это ракета. Ага. Это взрыв, это кто-то этими. Это походу где-то этот, вертолет упал. Или что-то из этого. Скотч. Я за тобой. Сейчас я тут этих, блядь, на кукане. Я пойду. Блядь, на тебя побежал, на тебя побежал! Сзади, сзади, сзади! Пидор, блядь. Я пойду второго забью. Так, погоди-ка. Нашел еды? Я нашел банку с едой. Теперь у меня две банки с едой. Это прекрасно. Я вижу здесь еду. Подарочная упаковка, здесь магазин для Дигла. Да нахуй нам магазин для Дигла. Линокль. Погоди-ка. Погоди-ка. У тебя спички есть? Ты не забывай, у меня все записывается, весь стрим. Ты там еще и стримишь? Нет, там просто записываю все. Ага, ну да, давай, сейчас. Так, как? Сейчас. Надо спички достать, а то они у меня в этой здесь. И у меня в аптечке. Я готов бежать отсюда, если что. А как их запускать-то, блядь? А я откуда знаю? Спроси, что полегче. Может, их нельзя запускать? Да нет, пусковая установка для фейерверков. Ну, надо фейерверки, наверное, теперь найти, по логике. Думаешь? Думаю, да. Ну, я предлагаю идти нахуй отсюда дальше. Ну, надо зажечь их. Я так понимаю, видимо, потому что она мокрая. Возможно. Или нет. Ты видишь зажигалка? Да. Ну-ка, давай. Сейчас. Крис, знаешь, что такое уникальный запрос от человека? Это у вас вертолет упал или вы фейерверк запускали? Нет, это вертолет. Что-то взорвалось далеке. Звук готов? Был как ракета упала. Давай. Ракета, вертолет упал. С Новым годом. Ну-ка. Давай посмотрим. А где? А круто. Правда, все знают, что мы здесь теперь. Если кто-то и не знал, то теперь точно знает. Зомби вон уже бегут. Блять! Она же шумит! Пошли отсюда, пошли, пускай. А, он на фейерверк. Они отвлеклись, уходите. Это не бесплатно, ублюдок. Я сейчас фейерверк убьет! Ай, блядь, мне фейерверком поебало. Слушай, они все сюда бегут! Я же сказал, бегите нахер! Уходим! Уходим! В лес. Блять, они за мной, кажись, побежали. Беги, просто нет, беги. Их шум привлекает. Нет, один. Блять. Да, блядь, сейчас. Нет. Да. А? Крис приехал. А нет, движок заглох. Бензин кончился. Ты где? Я внизу на первом. Вот здесь он. Чел. Убил! Убил! Ублюдок. Я прикрываю лестницу. Да, смотри на лестницу.
Ты это где-то вычитал. Стреляют! По мне попали. По тебе? Да. Где? Не знаю. Где ты? Я рядом с машиной, недалеко от полицейки. Зомби со стороны леса, короче. Побежал туда. Да, из леса справа. Все правильно. Вижу. Видишь? Блять, как задержать дыхание? Shift или Ctrl. А ты в стекло попал. Ты не попал. Он побежал. Что он не попал? Он побежал, по крайней мере. Значит, он по нему попал, скорее всего. Нет, он не попал. Он просто выстрелил в ответ. Да. Куда он побежал здесь? Правее сместился. Ну, это мне так показалось. Еще здесь за углом. Ближе. Нихуя туда. Не вижу из-за этих блядских стекол. Люди, я знаю, где он, блядь. Дай-ка я въебу себе адреналину, блядь. Я хочу туда сбегать. Умрешь. Да нет, почему? В одиночку штурмовать позицию цели, которую ты не видишь, серьезно? А какие у тебя шансы на выживание? Ну-ка, расскажи. Я пошел. Куда? Куда этот уебок съебался? Я пошел, говорю. Либо он застал и сбежал, либо он меняет позицию куда-нибудь туда, где ты не прострелишь вообще. Я пошел. Вон он, я вижу его, вижу. Где? Саня, блядь. Подожди. По тебе стрелял? Я по нему стрельнул. Он перебегает правее, короче. Правее, нет, ты его не видишь. Тебе надо на улицу уже выходить. Вот он. Он к дому бежит. Где он далеко? Нет, они внизу. Они за домами, блядь. Он заправки. Из-за заправки, блядь. А, сука, помогает, блядь, как тварь. Ты жив? Жив. Он за заправкой. За забором. Где заправка? Направо. Вышел и направо. Вот он. Попал по нему. Ага, я иду. Он сбитый. Блядь, где мой пистолет, ёб твою мать? Где, блядь? Они от тебя слева. Он где-то вот здесь, а не вон они. Пиздец лагает. Блять, лагает, пизда просто. Я убил его, все. Все, он его убил. Блять, я чуть тебя не убил. Я убил его. Давай в заправку. Блять, хватит лагать, мне говно. Перебинтоваться надо, у меня второй урок. Бинтуйся, я, блядь, прикрою. Это, видимо, его дружочек был реально.